Тони Фергюсон, Хабиб никогда не боролся с калифорнийским гризли. Вскоре после того, как Хабиб Нурмагомедов предложил Тони Фергюсону 200 тысяч за подписание контракта на бой, представители UFC официально анонсировали титульный поединок легковесов, однако Эль Кукуй утверждает, что деньги соперника не имеют к сделке никакого отношения. «Они пошли на мои условия», — заявил Фергюсон в интервью радио MMA Junkie. «Предложение Хабиба я сразу же выбросил в окно. Это был не более чем мусор, часть трэш-тока. Но теперь мы полным ходом движемся вперед. Мы решили финансовый вопрос, и я получил то, чего заслуживаю. Я отдал дивизиону свое время, свой труд, свои усилия. Причем фанаты не видят всего, так как со мной не всегда находятся камеры. Я не нуждаюсь в том, чтобы в меня верил кто-то, кроме меня самого, потому что я являюсь самым строгим своим критиком. Я знаю себе цену, а этот чувак с дутым рекордом никогда не встречался с моим уровнем конкуренции, не участвовал в боях, которые у меня были и которые я подарил миру. Этот чувак никогда не боролся с калифорнийским гризли, и я собираюсь его жестоко переехать. Не знаю, что за медведи у них в Дагестане, и мне плевать, сколько котлет пришлось привязать родителям на его шею, чтобы эти звери с ним игрались. Все это показуха, и я опущу его поезд с хайпом под откос. Я зверь, с которым ему не приходилось иметь дело, у него никогда не было таких свирепых соперников. Этот чувак будет в ужасе. С нетерпением жду момента, когда смогу сломать и зачистить этого парня». «Этот чувак недавно написал мне в Твиттер, чтобы я заткнулся и тренировался. У меня создается впечатление, что он следует за каждым моим словом, так как через пару минут после каждого сообщения я вижу его ответ. Он хуже, чем бывшая подружка, которая вас преследует. Он следит за мной как коршун, как орел, и я хочу, чтобы он продолжал это делать, потому что то, что он увидит, должно его напрячь. С моей стороны, это будет сплошной прессинг. Он почувствует на себе, что значит настоящее давление. Надеюсь, он готов к этому. Я уверен, что хоть мы и камейн-эвент, именно наш бой заполнит арену и сделает кассу. Не могу дождаться, когда начнется мордобой». Напомним, что поединок за временный чемпионский титул UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном станет камейн-эвентом турнира UFC 209 «Вудли против Томпсона 2», который состоится 4 марта в Лас-Вегасе. Нейт Диас вслед за Макгрегором решил получить боксерскую лицензию. Боец смешанного стиля Нейт Диас подал в атлетическую комиссию штата Невада заявку на получение боксерской лицензии, сообщает ESPN. Диас также выплатил NSAC штраф 50 тысяч за стычку с Конором Макгрегором на пресс-конференции перед их матчем-реваншем, состоявшимся в рамках турнира UFC 205. «Нейт выплатил штраф и заплатил боксерскую лицензию», — сказал исполнительный директор NSAC Боб Беннетт. Вы смотрели новости MMA. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.